Новый детский сад. В Старой Станице открыли дошкольное учреждение на 330 мест. И с мамой, и с папой. Детскую деревню Виктория поздравили с днем рождения. Пирог поделился секретами. Экс-чемпион мира по боксу провел мастер-класс для армавирских ребят. Смотрите новости по будням в 19 часов, повтор в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте городармавир.ру.